Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Yarn Today Rogue. Так, обычный сундук, давай-ка откроем. И нам достаются ржавые ботинки. И все? Так, ребят, я прокачал себе золотые пули. Теперь у нас атака идет на двадцаточку. Соединений пока я не вижу никаких. Дробовичок не буду ставить, он устаревший, точнее не прокачанный. И я думаю, что нам пока так сойдет. Ну что, у нас спящий город, друзья мои, спящий город. Давай посмотрим, как у нас сейчас будет дамажить наш персонаж, потому что прокачали мы себе прицел, который нам дает повышение атаки. Я думаю, что сейчас будет норм. Так, ну что, погнали. Так, начни забег, понятно. А какое там задание-то основное? Я что-то не прочитал. Отвлекся, ребята. Музыка была отключена еще с времени этого, как она называется-то. Со времени... Ты прыжок-то с... с дракона всадники Олуха. Я же там отключал музыку. Смотрю, что-то звук не идет. Но я тебе скажу, что-то я не особо чувствую дамага. От слова совсем. Давай. Баскетбол. Ну, что там? Крысы? По-моему, ребят, я сюда рановато пришел. Даже хотя бы потому, что у меня дамаг. Рэй! Не тупи. Так, что там у нас бомбит такое, а? У этой турели, блин, снаряд больше, чем... дуло. Тебе так не кажется? Хорош. Так, картошечку возьмем. Ауч. Так, минус крыса. Да и египетский ты фонарь, ну. Да, точно рано я сюда зашел. Так, пакет с кровью, топчем зомби. Давай. Кстати, топчем зомби у нас тут. А у нас тут не было зомби. Так. Одним соляном бомбит, а одним. Но зато каким. Вы сошла бы ты в одно место, а? Ползает еще везде гадина. Так, давай, наверное, возьмем сапоги. Приходится часто прыгать возле этих зомбарей. Крит шанс. Нормально. Смотри, как мы с тобой делаем. Оп. Оп. А сапоги еще при всем при этом, ребята, мало того, что они наносят урон, они еще, по-моему, отбрасывают врага. Или мне показалось так? По-моему, да, откидывают чуть-чуть врага подаль от нас. Я ненавижу вот эти уровни, ребят. Именно когда с тремя снарядами. И когда мы с тобой в крыс, блин, бомбим, вместо того, чтобы бомбить по этим дронам. Так, минус дрон. Минус дрон. Ох ты. Ну давай возьмем еще один пакетик с кровью. Почему бы и нет? Где зомби? Вот они. Я бы не сказал, конечно, что прям нам так офигенно идет хил. Захотел, блин, дурачка свалять. И свалял. Дай-ка я потопчусь по этим зомбарям.
Я думаю, в чем проблема? У нас всего один патрон, ребят. Один патрон выстреливается. Да, конечно, а. Всего один снаряд. Одна пуля, ребята, блин. Я думаю, что ж такое-то? Блин, ты же... Да, это те самые. Ну, я как всегда, блин, Вот это было моей большой ошибкой. Да сдохнут они, эти зомби, или нет? В конце концов, сколько можно бегать-то? Нервирует. Так, одного растоптал. Это тоже. О, ну неужели? А здоровья-то маловато. Да в плане, я не понял, что сейчас было, блин? Какого лешего-то? Да я не пойму, я на крысу, блин, упал. Почему я получал повреждение от того, что я на крысу-то прыгал? Не, друзья, тут явно нужна суперская прокачка. Этот этап не для меня, по ходу дела. Пока не для меня. Во-первых, урон никакущий. Ну, просто никакущий урон. Ну, давай, что-нибудь там. Спасибо. Так, закрываем. Ну, конечно, бежа... О! Друзья мои, турелечки. О, ё! Да. Ну, тут, по ходу дела, все, ребят, песенка моя спета. Нет? Нет, не спета. Да я даже не знаю. Ну, давай гравитационные сапожки возьмем. Ни одного зомби здесь не было, поэтому... Хил нам только снится. Да я просто, ну... Почему крысы не идут в счет зомби, а? Да, 97 хп, ребят. Жаба, оказывается... Да я даже не буду, ребята, дальше продолжать. Я даже не буду продолжать, потому что это бред. Во-первых, ни дамага нету. Во-вторых, билд полный отстой. Начни уровень с двумя бутылками воды. А, получить. Так, собери 100 грибов и получи уровень воды. Две. Так-с, тут я, наверное, возьму вот этот апгрейдик. И все? Все, что я заработал, вот это вот. Причем, я думал, мы с тобой сейчас будем их рвать. Угу. Рву прямо аж до посинения. Только знаешь, что я рву? Задницу. А не зомби. Так. 20 голды. Мне, наверное, надо, друзья мои, проходить жару. Жару. У нас вот здесь вот как раз... Больше мини-боссов. Фига. Фига себе они там, ребята. Ты видел? Конечно, ты видел, блин. Нифига себе они там, блин. Сейчас меня тут будут, наверное, рвать. Как, я не знаю кто. Так, 100 грибов и 2 бутылки воды, да? Да, сейчас будет трешняк. Тут все... Все бонусы, ребят, которые только... Две бутылки воды.
и грибы. И куда ты там разогнался, дрищ? Так, давай, наверное, возьму кинетическую голографию. Опа. Плюс 25 атаков, но минус 25% хп. Беру. Ох-ох-ох-ох. Знаешь что, не помешала бы гравитация бы. Ах ты, засранец. Так, жидкий азот, аккумулятор поджигает врагов вокруг себя. Давай, наверное, аккумулятор возьмем. Угу. Слушай, еще 10% к урону. Плюс там, это 35% к урону у нас в общей сложности сейчас получается. Я считаю, это неплохо. Где там крыса-то? А, мы ее завалили. Просто ничего не выпало, я смотрю, не притягивается нифига. Ой. Да и... Я успел забомбить их, прикинь. Так, ну что, давай возьмем. Блин, бутылки не дают с водой. Мне нужна бутылка, ребята. Бухать хочется. Просто хочется бухнуть. Наловил, нахватал, блин. Больше мини-боссов там было написано, ребята. Больше мини-боссов, вот тебе мини-боссы, блин. Вот они тут. Да, меня разбирают. Урон неплохой, вообще очень неплохой, ребята, урон, но... Такой... Так, тихо-тихо-тихо, пацаны, ну... Успокоились. Эхо-магазин. Хотя сквознячок тоже бы не помешал бы. Ладно. Так, первый мини-босс идет. Босс на карачках пятится на меня. Ну что, никто не желает прыгнуть? Все. А почему награды не дают здесь? Ни баксов, ничего вообще. Слушай, ну молнии прикольно. Я почему-то думал, что они бьют только когда мы рядом находимся, а они... Ну? Они отражают от патронов. То есть молнии... О, да. Хотя, наверное, надо было брать... Ладно, фиг с ним. Ёк-макарёк. Есть контакт. Слушай, ну нормально так молния бомбит. Да, дроны, конечно, очень сильно, раздражают. Даже не столько дрона раздражает, сколько их не... Плюс еще одна молния. Ну давай. Сейчас сам беру и думаю, нафиг я взял. Ну мы тогда с тобой тоже, блин, 300 яблок набрали, а толку от них никакого. Тут хотя бы молнии будут. Не понял, я сейчас от чего урон-то она получал? Вот ты мне объясните, вот сейчас был урон получен от чего? Крит шанс. По идее, вот эти вот дроны... А, все, я понял, ребята. От горения. От того, что мы горим, мы получаем урон. Черт, она здесь не одна. Ха-ха. Ну че, сосунки? Нормально. Вот. Давай возьмем, ребят. Два этих нам досталось. Так, кинетическая голограмма первый. И снижение гравитации, это второй. Ну, два, я считаю, что это неплохо, ребята.
Да я хочу турельку разнести. Фух. Ну что, бомжи, давай. Ё-моё. Тут даже никакая кинетическая голограмма не спасет. Все-все. Да ёпрос это, блин, ну их дофига, ребята. Ты посмотри. Прыгнул тоже мне, ну молодец, Рэй. А, так тут еще и мелкий хмырь был. Эй, блин, все, ребят, по-моему, запинали. Да. Тут... Блин, оживиться, что ли? Ну давай. Но я думаю, что в дальнейшем мне не поможет это все. Но грохнул. Так, реактивный ранец. Давай ранец возьмем. Мелких мыль есть. Крыса нафиг. Ну а представь теперь босс. Даже, например, кислотник. Возьми кислотника. Он плевком своим сможет делать ужасные вещи. А нет, скольки вот под углом, ребят, все. Да что ты, ё-моё, раздохался. Да, то, что увеличенное повышение мини-боссов, конечно, вообще не радует. Нисколечко. Даже не то, что повышение, там, по-моему, в несколько раз больше становится. Яблоко возьму. У меня гравитационная фигня, она вообще будет спасать? Она спасает вообще от снарядов? Я вижу, что она краснеет, но я не вижу, чтобы она спасала. Так, ребят, вы уж извините, здесь придется брать лечение. Я думал, что мы будем с тобой тут... На изи, а на изи не получается. Как бы я этого не хотел, на изи не получается. Хотя вроде так вначале все легко и просто шло, да? Размеренно. Да сдохните вы, зомби все, в паршивые. И ты тоже, блин, турелище. Неприкаянное.
Так, замечательно. Ненавижу вот это. Вот это я ненавижу, ребят. Вау, 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 запинывают. Пипец. Куда? Там-то кто стоит, я не пойму. А, там тоже пулялка. Тоже хреново, что меня, ребят, поджигает. Эффект долбанного поджога, блин. Тут нет такого же, знаешь, там, не гореть и там. Не получать. Ай! Да нафиг ты прыгнул-то, блин, ну там не надо было прыгать. Так, нам надо грибы. Нам надо грибы, нам нужно 100 грибов сожрать. Блин, там надо было подшоркаться, может быть. Босс с отражением с этим. Да вы серьезно, блин. Представляешь, что сейчас будет? Ну, нормально. Там еще эти снаряды до сих пор, ребята, не закончились. Они отражаются, да, ребят? Каждый патрон. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот тут-то как, блин, ну. Пипец. Ну, здоровски. У меня нет хила, ребят. Блин, молодец. Ну, молодец, нахапал, блин. Еще не легче. Все, понеслась. Да тут... Да ну нафиг, ребят, ну... Блять, на последнем боссе свалился. Я уже и так, и сяк, блин, и... Не получилось. Ну не получилось у меня. Что я тут могу сделать? Пойду и он... Покатаюсь лучше. Блин, ну без увеличения я ничего тоже сделать не смогу. Давай ты, едь ты, блин. Правильно, этих зомби в труху надо, ребят. Ну, ядрён, матрён, ну... Бензинчик, не качайся, буста нету. Все, ребят, буст кончился. И горючее тоже заканчивается. Но уже проехал нормально, кстати. Нормалек. Так, если мы сейчас с тобой проапгрейдимся чуткарика, расход бензина. Да, обязательно надо расход бензина брать. Ну, добавь дробаш. Я не знаю, чем, ребят, дробаш нам в этом случае поможет. Там, я не знаю. Максимум, что мы можем, это, наверное, сильнее бомбить по зомби. Проверим.
Ай-я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 й. Так. Мне бензин кончается, что ли? Еще чуть-чуть дальше проехал, друзья. Еще чуть-чуть дальше поехал. Получил там рецепт, но, по-моему, он мне не даст прокачку, да? Нет, конечно, прокачку он мне не даст. Так, что там говорили? Разбирать? Ну, давай попробуем разобрать. Как его? А как ты будешь разобрать? Так вот, да? Угу. Так, давай, наверное, часики тоже разберем. Угу. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Что еще тут разобрать можно? Угу. Броню вот эту вот. 600 баксов, ну мало это. Так, ну теперь улучшаем. А, так, подожди секунду. 130. Ага, чертежа нету. 46, 50, 54, 58, 62. 62 катаки. Угу. 62. Подожди, а почему я не могу разобрать? Три раза, что ли, так могу понять? Я не пойму. Где разобрать-то? Эй! Нету. Так, это я, ребят, купил уже чертежи. Еще до того, как начал играть. Так, слушай, давай-ка мы, наверное, пройдем с тобой. Давай пройдем еще раз вот этот этап. Подожди, спящий город. Подожди. Мы на спящем городе остановились? Мы не прошли тогда. А это я... А, это же я проходил жару, ё-моё. Так, 100 грибов. Получить 2 уровня бутылки. 100 грибов, 2 уровня бутылки. Но... Иди нафиг отсюда, чтобы глаза мои не видели. Так, бабка. Рэй, вот ты тупой, как сибирский валенок, блин, ну... грибы придется брать, ребят, придется брать грибы, ну, и только ради ежедневок. Да отвали ты от меня, а, дрищ. Я бы, конечно, лучше бы взял бы эхо, но... Только из-за того, что грибы нужны. Я согласился на этот... Так, и вода. Мы, по-моему, тогда здесь турелям наносили вообще ничтожный урон, когда проходили по первому. Ну, в принципе, я не вижу, чтобы особо сильно что-то поменялось. Яблоко. Возьму яблоко. Опять, вот опять, ребята, застрял. Видишь вот эту вот фигню? Вот я не могу. Я отходил назад, думал, что это. А она не шиша. Вот, эхо. Эхо-магазин.
прекрасная, далекая, не будь ко мне жестокая, не будь ко мне жестокая, жестоко не будь. Все, кукуха поехала у меня. Кукуха поехала, ура. Переиграл парень. Спекся. Ну че ты, крыса? Прикинь, если бы она вот так вот ползала и могла бы в любой момент на тебя спрыгнуть. Вот было бы обидно. Ты идешь, она ползет над тобой. И на тебе на голову какаху такую. Приземлилась. Слушай, давай турель разберем. Ну в конце-то концов, ну. Была бы еще какая-нибудь фигня, которая, ну, например. Да, я думал, над головой пролетит. Чтобы, например, там, не отражать патроны, а вообще отражать урон. Вот в этом случае инвиз вообще великолепен. Инвиз великолепен. По крайней мере, если он срабатывает и на тебя лечит куча снарядов, патронов всяких, да? Могли бы с тобой... хотелось бы, ребята, взять. Но я уже не буду рисковать. Атака, это, конечно, смачно все. Ну, хп терять, блин, ну... Блин, жабу не увидел. Вот как она меня этим раздражает? Ну вот как она меня этим вот... Парш... Ой! Ну, да ё-моё, вот все. Начинается, ребят, вот эта паника сразу, блин. Дебильная, блин. Все равно урона не хватает. Ну не хватает урона, ребят. Не хватает. Ты думаешь, на вершине этого, а на самом деле ты... Никто здесь, и звать тебя никак. Еще от тебя пахнет зомбятиной. Да. Хотел бы, знаешь, что взять? Ну, правильно, вот. Вот он, ребята. Уровень дурацкий. Почему я стал получать меньше урона? Ой, меньше урона. Почему наносит ему мало дамага? Пипец. Приземлился к зомбарям, называется. Да прыгай ты, засранец вонючий. Ну и что это, ребята, ну? Ну и что, что это? Вот что это за количество хп у меня осталось? Пипец. Ай! Что-то маромойка не убита. Баскетбол. Катастрофически, друзья, не хватает снарядов. Здоровья. Там внизу грибок, я вижу. Ну, очень наносим мало урона, ребят. Это несерьезно. Первый мини-босс. Первый мини-босс, я его, блин, тут ковыряю с неделю, блин. Гриб как из-под тишка всего лишь один дали. Даже крысы эти паршивые, которые там бегают, я их не могу убить. Я же думал, сейчас вылетит игра, блин, какой-то фриз поймали. Ты издеваешься надо мной, игра, что ли? Блин, я этого паршивца зарубить не могу. Ну дай мне что-нибудь нормальное-то, блин. Спасибо. Летающий ранец. Он будет очень кстати для меня. Ну, я не знаю, ребята, я прокачивал себе пуху, да? Прокачал пуху. Там сколько? 45 урона или 47. Но вот что у нас было до этого пуха, у меня есть такое ощущение, что столько же урона мы наносим. Так. На уровне растет больше грибов. Ну, нам грибы нужны, поэтому берем грибы. И грибы отсюда. Слушай, нормально-то грибов-то растет. Ну, урона нету, блин. Нету урона. Там вспомогательные перки, может быть, взять, там, я не знаю, там, на поджог или еще на что-нибудь. Ну, что это?
Вспомни, блин, говно, вот и оно, я про жаб, ребят. Тварь ты безмозглая, а? У нее тактика, ребята, она просто прыгает. Она прыгает на весь ком, она не... Как сказать? Она не ползет на тебя напрямую. Она перепрыгивает, поэтому... Эти не пробивают потолки. Потолки и крыши, короче. Ну, твердые поверхности, там, скажем, через которые нельзя перепрыгнуть. Давай, давай, двойной магазин. Никогда не откажусь. Если бы у нас был бы еще ранец бы. Ребята, усиленный. Ой, там ракетницы, друзья. Крыса, блин, под ногу попалась. Да он бьет по крысам, долбанный, блин, по этим, ты понимаешь? Ну, хотя бы так, блин. Хотя бы так, ребят. Все? Спасибо. Но здоровье оставляет лучшего. 462. О! Извините, ребята. Надо делать так. Шанс крит. Все замечательно, но здоровье ты сам видишь. Опять в крыс. Опять в крыс, блин. А ты представь теперь вот этот уровень, ну не этот, а там будут у нас уровни, когда... Когда это все будет дело с отражением. Ну, я имею в виду отражение от земли, от поверхности, когда снаряды их не будут рикошетить. Ох, повеселюсь я, блин. Но я же от нее же, ну... Я пытался, ребят, отойти. Да в плане тут еще крыса бешеная бегает, блин. Я думал, завалили, блин, всех там. Остается турель. Эх, не хватает топчения зомби. Ой! Да слезь ты с этой гадости. С бабкиной блевотней этой. Собаки. Ой, тут две бабки, оказывается. Ну, минус бабка будет сегодня или нет? Как же мне не хватает, знаете, чего еще? Не хватает этого, ребята, пронзания. Чтобы мы с тобой не просто в зомби били, а просто простреливали весь ряд. Идет там зомби десяток, и чтобы каждый из них получал. Нахлобучивали мы каждого. Давай, давай. Пуля рядом. Так, больше здесь нету? Только зомби и подавить некого, а? Ё-моё, я думал, что... А, так она здесь и есть. А чё мы тогда не встали с тобой? Видимо, я... Пипец. Видимо, я туплю, как всегда, ребят. Надоедливая турель. На ботиночки вышел, выпал рецепт. Внизу выпал еще один рецепт на ботиночки. Ну что ты, крысы? Так, подожди, гриб. Там все? Больше грибов нету? А сколько здесь этапов? Да блин, ну я же... Понятно. Ёпрсты, все, ребят. Допрыгался. А что такое урон-то пошел жесткий? Лютый, ребята, лютый просто урон пошел. Да еще это бабки с
тишка лезет, блин. Трындец. Ну давай, и не знаю уж, поможет ли мне это. Этого зомби сейчас убиваем, надеюсь. Что это сейчас такой за звук был? Ну, я как всегда, ребят, я в своем репертуаре. Да ну нафиг. Получается, сколько тут? 30? 60 выходит? 60 этапов, типа того, что ли? Чего? Там же что-то было. Чего вы... А что промотали-то? Там был сундук или что-то такое, блин? Пипец, взяли, просто пролистнули мне. Почему вот эти шмотки я могу раздолбать, а вот эти нет? Я логики не вижу. Вот это можно. Можно грибные сапоги. Сколько там? 3600. Так, 3600. Апгрейд. Ну, ребята, 154 хп в плюс идет к нам. 154 хп. Эти почему-то не могу. Почему-то не все можно разбирать. С чем это связано-то? С чем это связано, что не все можно разбирать? Слушай, мне кажется, а часы куда устанавливаются? Вместо рации? Тут 5 к атаке. А сколько на часах у нас было? Ой, на рации 9. Слушай, ну смысл тогда? Лучше, конечно, это прокачать. 8. А, так, подожди. Уже 9 атаки. Вот тебе 11, вот тебе 12. 12 атаки. Да, не все, ребята, можно разбирать почему-то. Так, там золото можно было бы получить. Еще раз рискнуть. Да мне кажется, я не справлюсь, ребят. Надо проходить. Слушай, а если мы пройдем... Если мы с тобой по повтору, например, пройдем жару, нам токены дадут или нифига? Мне кажется, не дадут там никаких токенов, даже если хоть мы тут... Да выбери, выбери. Ну. А. А, все призы получены. То есть... Блин, тут аж... Давай попробуем, ну, вот это вот пройти. Поджог, враги могут атаковать огнем ближним. Сколько я получу? А, я лут-то получу фиговый, ребят. Вот. Мне сколько токенов вообще? Мне, насколько я помню, нужно 4 токена. 4 же токена надо нам на следующий апгрейд. 3. Один есть, плюс 2. Слушай, давай пройдем. Давай пройдем с тобой жару. Вот это вот. Мы получим 2 токена. Но не забывай, что, опять же, враги, блин, психи недобитые. Но третий режим сложности... Второй-то режим сложности такой нормальный, блин. Но третий, это вообще жесть. До сих пор 2 бутылки с водой не получил. Да и грибы не раздавил. Начало называется, ребят. Называется начало, навтыкали. Картошку. А может быть, пронзающие надо брать, а не картошку. Тварь, блин, взял, прыгнул в меня. Отскакивает, да, все-таки, ребята, уже отскакивает. Да. Уже отскакивают снаряды. Уже на втором этапе они отскакивают, начинают.
Бесева хренобура, блин. А, была не была. Ну и что дальше-то? Плюс две пули воздушного лазера. Все, блин, замешкался, блин, замешкался. Снижает урон, создает защитный барьер при повреждении. Так это одноразовый или что, я не пойму. Или на постоянку снижает урон. Пипец, я дурачок, короче. Ну тупишь, как сибирский валенок под кирогазом, блин. Опять та же самая ошибка. Опять я прыгнул, да не туда, блин. По горизонтали. Не, я возьму кинетику. Я возьму, ребят, кинетику. Все время, знаешь, по привычке, ребята, жму на... на двойной прыжок. Потому что я привык, что у меня постоянно летающий ранец. А его нету. Его нету. Нету этого, нет того, нет яблок, нет ни хрена. Есть только вон звездюли по полной программе. По-моему, этот, ребят, костюм, он одноразовый был. Который защиту дает мне. Ага. А здоровье, скажем, разом все меньше и меньше, меньше, меньше и меньше, и меньше, и меньше. Это же только первый босс, да? Уровень сложности второй. Ребят, не забываем об этом. Ну вот уже, ну посмотри, ну уже урон по боссу, он не прокатывает, ребят. Да ты, гад, прыгаешь, а? Сдохнешь ты в конце концов, все. Стали крысы паршивые. Рикошета нет у нас, да, поэтому... Но сдохнешь ты, ёпрсты. Есть контакт. Но неужели? Подожди, отскок от врага. Отскок от врага и рикошет от стен — это разные вещи. Блин, я только сейчас понял, ребята, что такое вот этот барьер. Я-то его избегал, а это, оказывается, и есть защита. Вот этот теневой барьер, он поглощает все. И снаряды, и все. Прикинь? А я из него выходил. Думаю, что за черная дыра, блин? Нормально? Ну да, ага. Все, я понял вас, блин. Все понятно мне здесь.
Да вы серьезно сейчас, блин? Ну ты видел, ну конечно, было, да. Затрешивали абсолютно. Почему с отражающими пулями, блин, уже на втором этапе, ребята? Не на первом, не на третьем, а именно на втором, блин. Мне уже до охренения сложно, блин, играть здесь, блин. С этими турелями, со всей вот этой трихомудью, блин. Катастрофически не хватает жрачки. Просто катастрофически, ребят. Почему сразу пушку на... Понятно. Ай! Стоим. Да не отвлекайтесь вы на крыс. Ну не отвлекайтесь вы на этих долбанных крыс. Пец. Тут сам тупанул. Только один раз за уровень, что ли, она меня может спасти. Это черная дыра, блин. Черная португальская дыра. Я не знаю, как еще назвать. Ну ее 404 хп. Конечно, друзья мои, лазеры-то. Куда же без них-то? А мне никак там не было. Ну, ребят, придется так вот делать. Грибы. Грибы нам нужны же, да? Нужны. Да ёпты, ты псих долбанный, я же... Иди свести в другое место. Да как ты снимаешь-то, падла, блин, ну... Дай грибы мне, блин, пожрать, блин, полопать. Иди свести в другое место. 245 здоровья. Ну и чё, вот с таким хп, ребят, я иду к боссу, да? Ну спасибо, что хотя бы этот... Ёппа-маковка. Что этот зомби не... Охрененно. Сказал, блин, спасибо на свою голову. Дай грибы пожрать. С каждым разом все меньше и меньше здоровья. 228. Думаешь, блин, ну сейчас подзаправлюсь. Сейчас подхилюсь. Подхилишься ты. Толчки, блин. На смертном одре. А там ты подхилишься. Все, пошла, короче. Порнография. Да, да, ребята. Наказали, блин. Последний шанс у меня на ребята. Что опять за звук-то такой был, а? Так, это один лазер, у него же потом 2-3, да, будет. Все как мы любим, блин. Ну ты сдыхать-то будешь или нет? Ну что это? Что за детский сад-то, блин?
Что-то не дают мне этого. Второй бутылки воды почему-то странно не дают. Ты бомби куда надо-то, блин, а не туда, куда тебе, блин, вздумается-то. Так, хорошо. Нет, нехорошо. Ну это что такое, вот это, что за дебилизм, блин, ну... Просто навтыкали, блин, как, я не знаю, как шпани какой-то, блин, подзаборный. Тут есть где-нибудь, где можно укрыться? Да нету тут ни хрена, ребят, чтобы укрыться можно было. Все, завалит. Да. Маразм. Ну, убивающий маразм просто, друзья. Пылающий. Говне, блин. И не могу дальше продвинуться ни туда, ни сюда. Все, приплыл, блин. Так, ну что, друзья мои, давайте тогда на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.